Мы приехали в сафари-парк. Правда, не знаем пока куда идти. Нас направили идти по прямой. На такси мы проехали за 267 рублей Яндекс. Но ехали мы где-то минут... Сколько? Ну, минут 10. Вот так где-то. За 267 рублей. Зашли в сафари-парк. Вход 1070 рублей с человека, если по карте оплачиваете. Если наличными, 1250 рублей. Так что по карте дешевле. Очень красиво. Нам тут, кстати, дали корм. Там можно было на входе купить, 100 рублей стоит. Но нам бесплатно дали те, кто выходили. Мне сказали, возьмите наш. Так что корм достался для животных на халяву. Вот так. Детский дворик здесь есть. Так, мы пойдем. Вот давай ему в рот и все. По одной. Ты нажал? Да. Прикольно. А что это такое? Кстати. Ну это. Не пон... Ну, сними. Это какие-то типа сухого корма. Это хлеб. Это хлеб. Вот это. Пассивный, спокойный, как удав. Там, в общем, что-то огромное с хвостом, наверное, это слон. Зебра. Круто. Блин, какая она красивая. А вот вы видите, сколько у нее корма. Да хватит, блин. Держи, я покормлю. Держи корм, у него вагоны. А, у него много корма, да. В принципе, вот он лежит. Или у нее зебра. Но это он. Судя, это он. Там вдалеке черная антилопа. Не знаю, видно или нет. Это орикс. Это орикс. Как эти сабли. Прямые, смотри, какие большие, огромные. Это мангуст. Ну, им бедным жарко, да. Это альпака. Здесь их очень много. Я издалека подумала, верблюды. Но здесь так воняет возле их вольера. Им бедным реально жарко в такую жару. Решили пойти посмотреть на обезьян, белок, кроликов, но я обезьян почему-то вообще, ну, никак
не воспринимаю, мне не нравится. Есть прогулка на гигантских черепахах, но черепаха тебя не выдержит. Так. Вот вот так стоит. Обезьяна типа рис перебирает с игрушками, да, не игрушки. Ну так что делать? Лемур. Это что за обезьяна непонятная, здоровая? А, это хохлатый мангобей. А это мартышка Браза. Их полно наверху, и там даже, кстати, есть маленькая совсем мартышка, но ее не видно, отсвечивает. Они в таких стеклянных барьерах. Здесь прикол написан. Не стучите, пожалуйста, не стучите по стеклу, обезьяны вам не откроют. О, да, это точно. Такой маленький. Не стучи по стеклу. Это вот, посмотри, присел, короче. Офигеть. Короче, обезьяна сидит. Смотрите вот на него. Встало. Все, он устал. Устал. Да. Здесь обыкновенный павлин. О, какой он красивый. И это. Фламинго. Фламинго. Давай фламинго. Так, здесь мы поднимаемся еще выше. Здесь прям такая хорошая горка. Цирк хотите? Вот если он сейчас рыкнет, я, блин, шорты испачкаю свои, думаю. Так близко, я вообще не видела никогда, чтоб так близко. Столько впечатлений. У него это, рана какая-то, на лапе, на жопе. Серьезно, это дырка как будто. А может, что-то случилось? Может, давай так. Давайте посмотрим. У тигра мы увидели, видите, вот здесь дырку. Будто как-то непонятно, то ли пулевой, то ли клеща вытаскивали у него. Может, он поэтому лежит? Вы не представляете, как это страшно. Здесь просто стекло, и вот так, чтобы близко, я шорты мои придется выкинуть. Но он нервничает. Может, мы не будем его дразнить, уйдем. Красиво. Потом мы решили совершить необдуманный поступок и на канатной дороге подняться на самый верх, но это чуть позже. Дальше стеклянный пол.
жарко. Это лев. Царь зверей. Если он рыкнет, мало не покажется. Он спит. Он не бодрствует. А, кс-кс-кс. Это леопард. У меня в телефоне на заставке. Это животное. Леопардов и волков я прям обожаю. Чем мне нравятся ягуары. Посмотрите, это что за чудо природы? Это, по-моему, с ледникового периода. Это что за чел? Белый медведь. Ну, видео из-за стекол отсвечивает, и вот все равно не видно животных. Вот муж сейчас стоит, закрывает, чтобы свет не попадал. Лежит белый медведь. Канатную дорогу билет стоит за двоих 1020, получается 510 рублей с человека. И мы на канатной дорожке. Муж ужасно боится высоты, но он рискнул. До Пятигорска 350 км. Это не точный километраж, 100%. Не точно. А если по прямой, то да. Поднялись еще выше. Еще есть выше? Еще выше. Решили подняться. Там увидел, что муж что-то увидел там. Ой, это да. Вот знаете, это и смешно, и в то же время, ну реально. Вид сверху, посмотрите, на что это похоже. Напишите в комментариях, на что это похоже. Что подумали мы, я видео сказала, но я это при монтаже уберу.
Ого, их сколько! Ну это не шишинки, это эти... А что это? Это детеныши, наверное. Ну это эти, как их... Хомяки, ё-моё. Нет, это шиншилла. Значит, это свиньи. Нет, это шиншилла. А вон, смотри, еще маленький, вон. Вот это шиншилла, а это морские свиньи. Их для змеи отращивают. И с ними же в клетке. Так, патагонский скалистый попугай. Это чилийская белка, так-то. А, да? Да. Чилийская, в общем, муж чилийскую белку обозвал морской свинкой. 14 белок. И теперь мы спускаемся вниз. Вниз, конечно, спускаться весело. Муж замер, сидит, не дышит. Ты живой? Живой.